Джана! А Перемидет КЗ стала победительницей азиатских игр в Китае. Она выступала 6 октября в турнире по женской борьбе весовой категории до 76 килограммов. Кыргызстанка. В финале победила представительницу Китая, а затем досрочно одолела вьетнамку. В полуфинальной схватке Медет КЗ досрочно победила спортсменку из китайского Тайбэя и вышла в финал. Ее соперницей в финале стала Джамиля Бакбергенова из Казахстана. В упорной борьбе со счетом 7-4 Медет КЗ одержала победу и выиграла золотую медаль. Айсулу Тыныбекова завоевала бронзовую медаль у представительницы Казахстана Ирины Кузнецовой со счетом 2-1. В четвертьфинале кыргызстанка уступила японке Ноноке Озаки, которая смогла выйти в финал. В весовой категории до 62 килограммов в первом раунде утешительного турнира она со счетом 10-0 победила спортсменку из Вьетнама. По вольной борьбе Нурзат Нуртаева завоевала серебро на азиатских играх. Она до 68 килограммов проиграла китайской спортсменке. Еще одну серебряную медаль в копилку нашей страны принес кыргызстанец Адилет Шадыканов по карате. Спортсмен весовой категории свыше 84 килограммов в финале уступил спортсмен из Ирана. Ранее Назим Нурланов и Кымбат Тойтонова завоевали бронзовые медали по карате на азиатских играх. Отметим, до этого борец греко-римского стиля Акджол Махмудов выиграл золото. Он выступал 4 октября в весовой категории до 77 килограммов и занял первое место. Джоломан Шаршембеков также завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 килограммов, победив представителей Таджикистана, Южной Кореи и Узбекистана. Борец Разак Бишекеев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 67 килограммов. Наш спортсмен в схватке был сильнее борца из Узбекистана. Отметим, 19-е азиатские игры продолжатся до 8 октября в Ханчжоу и еще 5 городах Китая. Айгерим Бараканова, Мейрамбек Джусупекулу, ЛТР, Китайская Народная Республика.